Так, ну что, ищем вход. Ищем вход, а вход вот он. Ну, это было легко. Вход мы нашли. Так. Там челобосики толпой стоят. Так, а как-то можно обойти их? Паркур работает в деле. Так, у меня есть леварвер с заглушителем. Будем шотать с него. Вон он сидит. Ер. Ух ты. Что за стрельба? Ты там живой? Живой. Решил не играть в скрытность. Что за перегрев? Что это такое? Так. Так, минус. Блин. По-тихому не получилось. Ну да ладно. Так. Подбираем все, что можно подобрать. Ой, какой пистолетик хороший, только патронов мало. Ой-ой, 254, блядь, нихуя себе. Это мне нравится. Смотри, пистолетики топчик. Так, я не понял, там что, снайпер где-то? Так, надо восстановиться. Так, все убил? Да вроде. Так, а к этому мы можем подключиться? Нет, мы не можем к этому подключиться. Мы можем только это использовать. Ладно. Вон, он еще один. Уже гранату хер. Так, подбираем все, что мы добыли. Ух ты. Блин, а патронов мало, патронов очень мало. Где полиция, когда она так нужна? Ух ты. Так, ты заткнись. Да елки-палки-то. Как он стреляет? Просто руку вытаскивает и стреляет. Это нечестно. Так вот, он крит на 401 террасе. Я скопировала план. Сейчас буду. Попробуй найти проход на нижний уровень. Так, все забираем, потом разберем. Компоненты нам нужны. Не понял. Ого. Блин, зря я подошел близко, да? Отлично. Так, подбираем сразу все ништяки. Так, еще одна камера, где она? Так, еще один крестик. А, он наверху, да, одного я снимал. Сейчас все облутаем, забираем и... Нам нужен проход на подземные этажи. Да, отстань ты. А где? Это не она. А, вот она. Все.
Так, а вот она, лестница наверх. Так, и где он, этот снайпер-то был? Тут еще ништяки всякие валяются. Все подбираем. Это же все-таки РПГ-игра. Значит, будем забирать все. Ой. Он не убился. Это радует. Так, а как отсюда выйти? Блин, ну ладно. Походу там какой-то тупик. Или может просто не хватает способностей. Так. Это мы открыть не можем. Эта комната непонятная, темная полностью. Так, мы на улицу. Понял, а где вход на подземные этажи-то? А вот он, вот он. Я нашел. Так, спуск. Сохраняемся. Видишь, где? Ага, буду через минуту. Жди меня. Так, я еще хочу сделать по-быстрому патронов. Я думаю. Здесь это можно делать? Так, это у нас винтовки, дробовики, пистолеты. Вот, хорошо. Изготавливаем. А зачем стопы? Мне нужны пистолетные. Вот, хорошо, сделали все. Здесь. Будь начеку. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Так. Ты слышишь? О, знакомая рубашка. Где? Эвелин? Да, точно ее. А где ты рубашку-то видишь? Вот это что ли? Просто куча одежды. Так, это нам не интересно. Идем дальше. На сегодняшнюю партию метионина не хватит. Нас тут услышал. Нормально. Добавим РТЛ и все сойдет. Что за РТЛ? Блять. Похоже, снафы — это только вершина айсберга. От этого эритритол ни у кого пена изо рта не пойдет. Иначе можно будет закрывать лавочку. Ты вообще понимаешь, что мы здесь готовим? Так, по-тихому получается всех убрать. Будем, значит, на стелсичах всех убирать. Так, и по пути... сразу лутаться. Это импланты. Так, мне инженерное дело. Нет, это интеллект. Или взлом, как он там называется. У меня это не прокачано. Какая-то. Так, здесь еще какой-то отдел есть. Зеркало ничего не показывает. Так, ну. Галлюциноген. Нам это не интересно. Так, ладно. Тут мы все посмотрели, ой, да? Нам надо в коридор. Вот за этой комнатой. Ты знаешь, сколько ого. Окей. А с этими что? Я могу их просто убрать, например. Делай, что хочешь, только быстрее. Так, это камера или нет? Он начальник, потому что на него куча хуесосов пашет ни за что. Хуесосов, как ты. Перейди к нам. Ух ты. Он с дробовиком. Вот это вот мне нравится.
Так, хилимся, живем. Ой-ой-ой-ой-ой, не туда! Уходи оттуда. Не трогай! Ну что такое? То что, все, всех убрали вроде. А нет, не всех. Так, похиляться надо срочно. Так, ну все, всех сняли. Там еще один какой-то чел сидел за диваном. Мне кажется, он вообще не при делах. Так, лутаемся все. Забираем. Абсолютно все. Пригодится хозяйству. Нас увидят. Уходи оттуда. Так, камера. Минус. Блять, а чё с тобой, чувак, ебать? Ты под чем? Вот вам и наркота. Там его коллег всех разнесли, а он здесь под кайфом в маске сидел. В брейдансе получается. Так, я тоже не могу подключиться. Ладно. Так, это еда, все, забираем, пригодится. О, граната. Блять, нам хана! Да кто это говорит-то? Так, еще. Так, это выше, ладно. Какой-то голубой значок, непонятно. Руку отстрелили, да? Не? Ну, слава богу. Так, и патронов нету. Идем дальше. Так, теперь идем в коридор. Да подожди пока со своим коридором. Надо все обследовать, все ништяки, все забрать. Потому что здесь мы, я так предполагаю, больше не появимся. Обследовать тут, ох, как много мест всяких. Давай, ну давай, иди сюда, блин! Ой, черт! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, он... Ой, как хорошо, что за меня играет бессмертный союзник. Ой-ой-ой, компьютеры все поломались. Так, обследуем тут тоже все. Ох, ёпарес, это, блядь, съемочная площадка здесь, значит. Евро-доллары забираем. Так, ладно, нам не сюда. Нам надо... Это, скорее всего, я как-то наперед пошел, опережая события. Так, вот она. Ништяки. Забираем все.
классика не стареет. Только это не пластиковые браслеты. Это сталь. Даже если ты пришел сюда сам, чтобы стать звездой, никаких гарантий, что ты отсюда выйдешь. Ну, фетиш у всех разный. Поэтому как-то так. Есть же люди, которым там нравится боль, садомазохист, там всякая такая шалупень-дребедень. Я, конечно, этого не понимаю, не разделяю, но кому-то такое нравится, поэтому этому место есть быть. Так, нам сюда. Так, а это что у нас? Там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Так, а тут ничего интересного нету. Так, а это у нас какая-то сеть отвлечения врагов или что это? Вот, правим скрипт. Враги якобы все отвлеклись сейчас. Ой. Ой-ой-ой, он еще и на кулаках дерется. Это хорошо, то что мы его сейчас сразу снимем. Потому что они жирные все. ХП у них много. О, синяя деталька, отлично. Так, еще не забрался. Так, еще что-то есть. Еще какие-то улучшения. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чего добро пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Так, это у нас что? Тоже непонятная хрень. Может, мы камеры здесь отключим? Локальная сеть. Локальная сеть включаем. Включенное устройство 5. Так, нам вот сюда надо. А кто здесь бил бутылки? А вот она и Эвелин. Так, ладно, выходим. И идем за ней. Так, вроде все посмотрели, все забрали. Ух ты, блядь. Тихо. Тебя бесит, что над нами никто не стоит, и можно не напрягаться? Что нам не приходится херачить без... Так, тихо. Что тут работают одни идиоты. Так дверь открыта. Если выйдешь... Пиздец тебе заставить! Блять. Так, ну тактический отход. Блять, тут какой-то раннер опять, блять. Ух ты, блядь, нихуя себе, ты откуда здесь? Я его зацепил! Блядь, 2 патрона, это очень мало. Это просто супер мало. Блядь. Васян. Так, минус. Так, еще один Васян, да, запарили. Что там за Васян такой-то?
Так, вон он еще один, да, значит? Так, еще, так, и камеры тоже снимаем. Напрягают они сильно. Не понял. Откуда ты стреляешь? А что за хрень? Так, я не понял, а где люди-то? А... Так, минус. Еще один. Так я не пойму, где он? На самом верху, что ли? А, вот он, за стеночкой, скорее всего. Все, минус. Боец убит. Чур, я беру кров. Так, лутаемся, лутаемся, все забираем. Рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Я тебя сам завалю. Смотрю, ты не боишься запасть. Подожди меня немного. Так, а тут что происходит, блядь? Под кайфом, ну и пускай сидят, не будем их отвлекать. Так, это лифт, это выход уже. Впереди кто-то едет. Пошли искать. Жди нас. Я тебя в помойке схороню. Ну, вылазь, блядь. Что? Чё ты орёшь-то? О, ещё одна лаборатория, да? А, вот отсюда, похоже, мы видео смотрели. Очень похоже. Да, вот он этот свет, вот здесь вот она пицца эта лежит. Да, здесь мы уже были ранее. Жутко-жутко здесь уже находиться лично. Так, лутаемся все. Все лутаем, все забираем. Ничего оставлять нельзя. Так. Вот штанишки какие-то кайфовые, новые, белые. Потом примерим, оденем. Так, это лифт, это выход. Там мы были. А вот это дверь, которая нам нужна. Сука! Обана. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Угу. Ну, хорошо. Так, а мне все... Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Угу. Ну что, я готов. Ох, ёпта, что с тобой сделали? Я тоже. Раз, два, три! Давай! Ну и все, спасли. Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Ее можно переносить? У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее.
куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Да, там лифт был. Идем к лифту. Ты что стоишь, смотришь? Лучше поддержал как-то. Надо уходить с этого жуткого противного места. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Закурить? Твои нежные легкие и так каждый день дышат свежим воздухом Найт-Сити. Хорош сиськи мять, закуривай. Давай покурим. Ладно, пожалуйста. Можешь хотя бы куриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли ад, чтобы торчать под дверью. И дождем. А, плохо дело. Ой-ой-ой-ой, опять сбой. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого... Знаю, все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Окей. Показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Сейчас, подожди. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Ну да, ее там отмудохали. Синяки по телу. Угу. Разговаривать она не хочет. На нее. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Эвелин, очень тебя прошу. Помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Да ей вообще насрать. Ладно, пускай восстанавливается, потом пообщаемся с ней. Блин, модные мои туфельки. Надо их будет потом поменять. Так, ну идем до Джуди. О, привет. Сажусь. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага, хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. Вот давай посмотрим, что ты там смогла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство. Так, тихо. Уже что-то было. Можешь осмотреться, если хочешь. Я знаю, что это. Что это? И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто работает на пару с таким. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство и охранные системы?
Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из Вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними Вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Так, конец записи. Тут еще одно место было, где есть что-то интересное. Сейчас быстро промотаем. Так. Журнальчики. Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Так, а если быть конкретнее, нужна церковь. Так, больше здесь ничего не будет, я думаю. Переключаем слои, посмотрим. Нет. На слоях больше ничего нету. Значит... Отлично, думаю, на этом все. Выходим. Это получается настоящий первый заказчик чипа. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать Вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Давай. Запускай. Меня уже ничто не удивит. Ты что, кашляешь, что ли? Заболела? Корона? Ну давай, аккуратненько там. Масочку носи. Так. Топ. А это уже звуковой слой нам нужен. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны. Есть. Погоди секунду. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Да, давай, устанавливай же. Все? Так, стоп. Тут еще один какой-то звук есть. Только где он? А что он налетает здесь? Так, телефон, да нету здесь больше звуков никаких. Так, вот так вот. Окей, Джуди, хватит. Ладно. Отключаем. Этому заказчику, получается, нужен был Сильверхенд, ничего, чтобы выйти на Альт. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Блин. Ну, я думаю, тебе можно рассказать.
Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. И пообщаться с Джонни, вот он. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Так, ну ладно. Нам нужно креольскую тетку эту найти. Она находится, получается, в Пасифике, в центре. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому. Благодарю. Благодарю за комплимент. Типа я такой классненький. Не знал, что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. О, здоров. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи? Я бы вообще не удивился. Так, ладно, выходим, значит, из квартиры. И будем думать, где и как найти вудуистов. Так, вот, позвонить мистеру Хэнсу.